Всем большой привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Ирина Дрим, и сегодня я снимаю вторую часть, повторяя фотоблогеров. Было приятно получить от вас 24 тысячи пальцев вверх на данный момент, что я была в шоке. Я все комментарии прочитала, мне было безумно приятно. Прошлое видео, если вы его до сих пор не посмотрели, то обязательно посмотрите. Вот так выглядит обложка, ссылочка обязательно будет в описании и в конце этого видео. Ну а сегодня мы будем повторять три фотографии, а также у меня просто в голове и на деле уже куча идей. Я уже заказала некоторые вещи для третьей части, так что в этом видео мы также будем собирать пальцы вверх. Ну, давайте попробуем 30 тысяч пальцев вверх собрать. Возьмем отметку немножко выше, которая сейчас есть. Сегодня я буду повторять фотографии Саши Чистовой, Елены Шейдлиной и Саши Спилберг. Обязательно смотри это видео до конца, потому что в конце я передам вам приветы, и вообще будет очень интересно. И, кстати, вы уже, наверное, заметили, что я готова к первому образу. Как я готовилась, сейчас все увидите. Так что погнали! Привет! Да, мы вот даже красимся вот так вот, мурча. И да, не пугайтесь, у меня не идеальное лицо, я знаю, мне здесь укус пчелы какие-то, прыщи, в принципе, как у всех. И сейчас мы будем фотографировать первую фотографию, как вы уже поняли, фотография Саши Чистовой. Правда, нет, вот видите, даже сейчас рука освободилась, сразу мы на нее легли. И да, у меня здесь небольшое мое новое местечко, которое вы могли уже видеть в моем новом видео, где прически я показывала, поэтому если вы до сих пор его не смотрели, обязательно смотрите. И давайте накрасимся, макияж будет очень базовый и легкий, давайте вместе это сделаем. Все будет предельно просто, в этом макияже мне нужно будет затемнить щеки, так как они у меня все-таки большие. Делать мне нужно нос, как у Саши, ну и, конечно же, мне необходимы хорошие брови, прямые причем. Вы только посмотрите на мое выражение лица, все очень серьезно. А также мне нужно затемнить глаза, так как у Саши они расположены глубже, чем мои. Ну и веки у нас разные, это такой недочет. Ну и самое важное, это линзы, к которым первые 2 секунды мои глаза привыкают. Привет! Боже, мне кажется, что линзы меня настолько сильно меняют. Как вам вообще нравится? Напишите обязательно в комментариях. И мне прям очень нравится, если честно. Я не узнаю себя. Вот, ребята, осталось запрести мне косички. Там у нее косички такие. И да, линзы голубые, у меня нет белых. Придется мне опять с ней поработать в фотошопе. Выбрала голубые, а не зеленые, потому что, наверное, будет проще сделать голубые. Ну и, собственно, все. Останется, правда, переодеть белую майку и готово. Слушайте, вот сейчас бы не увидела, не включала камеру и не увидела бы, что на мне сережки. У Саши их нет. Майка там, правда, в полосочку, такая макаронами, а у меня только обычная, вот такая из H&M, поэтому... Блин. Ребят, вот эти прически, которые созданы на скорую руку утром или перед сном, или перед душем, да-да, перед душем, они же самые лучшие. Вот, не знаю, я пыталась, но... съемку на вечер, вернее даже на ночь, и решили, что не будем укреплять нашу сушилку, чтобы она не развалилась точно подо мной, и сфотографируем отдельно саму сушилку и отдельно меня на столе, и потом это все соединим. В общем, надеюсь, что у нас все получится, так что мы начинаем. Вот этот купальник я вам уже показывала,
в распаковке. Тут как раз такая спина открытая. И вот с этой стороны, как раз где мне надо, нету вот этой оборки. Поэтому вообще замечательно. И в нем буду фоткаться сейчас. Наша модель тонка, красива и стройна. Я вот нахожусь в ожидании, пока мы ее пофоткаем. Чтобы все точно было четко. Надо же соблюсти все расстояния. Стол нет, нет, лопнет. Нет, вот так. Что вы думаете? Терпеть не могу, когда у меня дома отключают свет. И это ужасно, потому что вся деятельность приостанавливается. И сейчас вот выбираю между двумя ресницами, потому что накрасила уже одну половину лица, как у Саши на фотке. Не стала красить две половины лица, потому что я сегодня не собираюсь никуда выходить. Удлинила себе бровь, как у Саши, потому что у меня она такая коротенькая. И, как видите, вот выбираю вот между этими и вот этими ресничками. Здесь более натуральные, а здесь более ненатуральные, в общем. А у Саши, как вы видите, там такие прям искусственные они. В общем, вот, но мне нужно выпрямить волосы. У меня нет цвета. Так что будем ждать. Вот такой у меня хвост получился. Мне кажется, это выглядит очень страшно. Мой честнейший макияж. И да, пришлось взять розовую кофточку, потому что у меня под ворот есть только розовая, в принципе. Думаю, и так подойдет. И, кстати, почему, собственно, я выбрала эту фотографию? Мало того, что у меня есть цветы, и у меня еще есть вот такая заколка, как у Саши. Покупала я ее в H&M, это было так давно. Думала, что она мне уже вообще не пригодится, потому что почему-то, не знаю, не ношу я ее, в общем. И покупала ее, в общем, по-моему, за 80 рублей. Да, вот такие находки когда-то у меня были. Ну, так что все надеваю и идем пробовать фотографировать эту фотографию. В общем, взяли вот такие цветы отсюда из моего букета, но они у меня с листьями. Придется мне как-то их поджимать, наверное. То чувство, когда у тебя дома отключают свет, и ты берешь с собой, ой, моноблок свой, берешь свою кошку и едешь в другую квартиру, тете, что просто смонтировать видео. Проблемки бывают. Не все так просто. Куда там? Куда пошло? Ну что, ребята, вам понравилось это видео? Я очень сильно надеюсь, что это действительно так. Мне ужасно важна ваша поддержка, ваши лайки, ваши комментарии. Они мотивируют меня делать видео быстрее, работать активнее. Ребята, я уже заказала вещи для второй части, вернее, для третьей части, чего это я. И да, она точно будет. Но чтобы она вышла быстрее, давайте с вами наберем все-таки 30 тысяч пальцев вверх, потому что, я надеюсь, мы этого заслужили. Сегодня я передаю приветы Шахнозе Камиловой и Анастасии Котлове. Привет! А также, ребята, если вы хотите тоже, чтобы я передала тебе, может быть, именно привет, то обязательно делай репост этого видео ВКонтакте, ссылочка будет в описании, и, может быть, именно тебе я передам привет в следующем видео. И я очень сильно не хочу с вами прощаться, но я понимаю, что мы увидимся с вами уже очень скоро, так что не скучайте, хотя я сама буду по вам скучать. И да, насколько скоро мы увидимся, это зависит от вас, так что, если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно